12 месяцев в году, 12 знаков зодиака, 12 человек на сундук мертвеца, 12 экспертов на общественном телевидении Приморья. Это программа 12, и мы говорим о том, стоит ли переносить начало нового учебного года в Приморье хотя бы. Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин не так давно объявил, надо переносить начало нового учебного года. Потому что, по его словам, перед тем, как всем идти в школу, перед 1 сентября все железнодорожные поезда, все самолеты забиты, невозможно купить билет, все едут в школу. А турист не может купить билет, не может насладиться прелестями бархатного сезона в Российской Федерации. У Игоря Левитина, который был министром транспорта, своя точка зрения, он смотрит со своей колокольни, мы смотрим со своей колокольни. В Приморье лето начинается когда? Наверное, 15 июля. До этого и вода холодная, и циклоны с тайфунами. А заканчивается, ну, где-то числа 15 сентября. Логично перенести на начало нового учебного года и, может быть, даже окончание учебного года так, чтобы было удобно, хорошо и приятно. 12 человек, 12 экспертов, люди, связанные с образованием, люди, связанные с детьми, с воспитанием, ну и просто умные люди, которые могут нам рассказать, что это за инициатива, хорошо это ли, плохо ли, чем она грозит и насколько реально это все. Насколько реально сместить начало учебного года. Итак, для начала у меня вопрос Надежде Виткаловой, заместитель директора департамента образования Приморского края. Надежда Алексеевна, а есть вообще обсуждение этой темы в Приморье, в приморских школах, например, в департаменте, в администрации? Тема эта может быть не столько характерна для всей российской системы образования, а так или иначе она иногда появляется в приморских школах, так или иначе она появляется в родительском сообществе. Но для учительского сообщества здесь абсолютно система понятна, потому что система приморского образования Приморского края – это часть системы образования Российской Федерации. А это значит, что закон об образовании – един для всей системы. Это значит, что есть единые приказы Министерства образования и науки, которые начинают и заканчивают учебный год одинаково, потому что день 1 сентября – это не только день знаний, это тоже старт учебного года. И окончание учебного года – это не просто 25 мая, а это уже начало единого государственного экзамена, это начало основного государственного экзамена, это начало государственного выпускного экзамена. Три формы государственной итоговой аттестации. И есть еще один очень важный документ, который нормирует количество учебных дней, каникулярных дней. Это санитарные нормы и правила, которые тоже едины для всей Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы по всей Российской Федерации было принято единое решение, нужно как минимум внести изменения в ряд нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Дорогу-то осилит идущий. Вот лично вы готовы к тому, чтобы переносить начало учебного года, к примеру, с 1 сентября на 15, а заканчивать, да, я понимаю, что есть регламентированное количество учебных недель в учебном году. Конечно, есть учебный план. То есть почему бы, допустим, не начинать 1 сентября, не 1 сентября, а 15 сентября, а заканчивать не 25 мая, а там, к примеру, 15 июня? Я считаю, что этого не нужно делать по той простой причине, что учебный год – это то самое святое, что определяет деятельность школы в целом. 1 сентября, то есть 1 сентября, 25 мая. Хорошо. То есть я понимаю, что, наверное, нет больших консерваторов, чем медики и педагоги. Хорошо. А тогда я сразу обращусь к моим коллегам. Ольга Романова, главный редактор портала «Владмама». Оль, я знаю, что у вас на портале не так давно начался опрос на форуме, стоит ли переносить начало нового учебного года. Буквально за несколько дней 24 страницы обсуждения, то есть тема вызывает общественный резонанс. Что говорят люди, что говорят посетители вашего портала? Люди говорят разное. Безусловно, эта тема – это та самая тема, которая разделила и наше сообщество, точно так же, как она делит сегодня общество в целом. Потому что единого мнения по этому поводу нет.
есть родители, которые воспитывают детей разного возраста, и точка зрения родителей, имеющих детей, там, например, 2-3 класса, одна. Она отличается, безусловно, от точки зрения родителей, которые готовят выпускников. Мнения делятся. Общество не едино в этом плане, и, по моему мнению, это уже плохо. Почему? Я выскажу сейчас свою точку зрения. Вполне возможно, она диаметрально противоположна точке зрения многих родителей. Слава тебе, Господи, потому что единство точек зрения – это же страшно. 1 сентября – это для меня, поскольку я высказываю личную точку зрения, я буду говорить о себе. Это примерно то же самое, что 9 мая. Это тот день, который соединяет поколения. Это тот день, который соединяет разные, абсолютно разные семьи. Это тот день, который значит в жизни наших семей гораздо больше, чем многие другие даты. Ну, наверное, вот в этой ситуации мне кажется, что мы рискуем потерять очень многое, хотя мы можем и многое выиграть в экономическом плане, особенно если говорить о сфере туристического направления. Потому что мы разрушили очень многое. Очень многие связи, очень многие традиции, очень многие... Мы государство разрушили. Ну, не столько мы, сколько, собственно, исторический процесс. Вот. В данной ситуации, мне кажется, что 1 сентября – это некая скрепа, которая соединяет поколения, которая соединяет людей, которая соединяет семьи, которая соединяет представителей разных сфер деятельности. Вот. Поэтому, наверное, моя точка зрения, что не стоит пока рисковать этим процессом и этой данностью, и этой ценностью. Что касается результатов опроса, вот здесь моя коллега Ольга Станиславовна Сиянко, она в большей степени руководила процессом обсуждения, потому что в этот момент меня не было, я в отпуске была. И Оля расскажет о том, как разделилось непосредственно мнение нашего родительского сообщества. Ну, в общем, вот, наверное, так. Хорошо. Расскажи, пожалуйста. Оль, что дал результат, что дают результаты опросов? На первом месте у нас 36% за то, чтобы продлить каникулы и, соответственно, окончание учебного года 22-24 мая продлить с 15 сентября начинать учебный год. Следующий по популярности, да, ответ – это 33% за то, чтобы начать учебный год с 15 сентября, а окончание сделать 31 мая. Соответственно, получается фактически неделя, которая туда-сюда, да, дает там возможность уложиться хотя бы в какие-то планы. 25% против какого-либо переноса и за то, чтобы начало учебного года оставалось по-прежнему 1 сентября, а окончание, соответственно, 22-24 мая, как фактически у нас сегодня это происходит. Ну, еще было два варианта ответа. Это сократить каникулы до 2 месяцев. То есть нам было интересно, есть ли такие родители, которые готовы пожертвовать летним отдыхом собственного ребенка. 4% опрошенных вы сказали за этот вариант, ну и 3% это те, кому все равно, как бы, что будет, если не будет меняться. В пользу переноса начала учебного года с 15 сентября обучения до 31 мая выступают те родители, у которых дети на сегодняшний день учатся в частных школах, в лицеях, в гимназиях, где подобный график уже существует, это на территории Владивостока. Соответственно, в данном случае ЕГЭ, про который говорят родители выпускников, ну, все понимают прекрасно, что нельзя сдвинуть единый государственный экзамен, если мы будем переносить каникулы. А вот не факт. Потом об этом скажу. Хорошо, а кто против? На самом деле против мамы начальной школы. Они тоже поделились между собой. Есть родители малышей, да, которые прекрасно понимают, что удлинение каникул, увеличение каникул детям, к сожалению, нечем заняться, некуда их пристроить. А также против родителей среднего звена учеников, которые считают, что дети уже к середине августа начинают скучать по учебному году, они уже маятся. Я понимаю, что я совершил огромную ошибку, не пригласив сюда на программу как минимум 3 детей разного школьного возраста. Вот это вот да, вот это действительно ошибка. Нужно было пригласить и послушать, чтобы говорили они. Вот могу судить исключительно по своим детям. Они, в общем, как-то пока что к 3 классу еще не готовы начинать учиться. Гораздо больше. Хорошо. С другой стороны, я понимаю и другое. Я учился очень много лет назад. Я помню, несколько раз у нас было такое, что у нас сдвигалось начало учебного года на 15 сентября. Вот просто так брало и сдвигалось. Я не знаю, почему это происходило.
Не знаю почему, но почему-то и успевали программу нагнать, и все было нормально. А не так давно был саммит АТЭС, из-за которого мы снова сдвигали начало учебного года. И успевали нагнать программу? То есть, в принципе, как тогда мы с количеством учебных недель-то поступали, Надежда Алексеевна? Ну, когда вы учились в 41-м лицее... Это было давно. Это было очень давно, да. Но я все равно помню. И у нас были дни здоровья. Правильно? Потому что завучи составляли расписание, завучи понимали, что не все учителя, может быть, еще вернулись из отпусков, а тем более наш лицей работал с ДВФУ, с ДВГУ тогда, да, с ВГУСом мы работали, с Далерптузом работали, у нас и преподаватели вузовские были. Вот, но сказать, что мы сдвигали и действительно до 15 сентября, я такого не помню. Такого не было однозначно. Ага. Но первая неделя сентября, да, это дни здоровья. Да, это то, что может сейчас уместиться. И коллеги, которые работают сейчас в школах, меня поддержат, наверное, это может уместиться в образовательную программу той школы, которая работает на территории не только города Владивостока, но и Приморского края. Поэтому здесь все зависит от мудрости учителя, от мудрости заместителя директора и от директора, которые будут утверждать образовательную программу. Но 1 сентября, это действительно, я с Олей соглашусь, это 1 сентября, это начало учебного года, и так или иначе, это праздник, День знаний, который на всей российской, территории Российской Федерации будет действительно праздником. Замечательно. Константин Анатольевич. Не так давно вы возглавляли департамент образования Приморского края, нынче вы депутат законодательного собрания. А если бы вы были руководителем по-прежнему департамента, у вас позиция была бы такая же, как сейчас у депутата? Сейчас, я знаю, вы тоже против переноса начала учебного года. Я так не говорил, что против переноса начала учебного года. Я говорю за то, что не нужно менять сейчас нормативно-правовую базу, потому что она вполне сейчас позволяет подходить к этому вопросу гибко. Мы начали с вами с Левитина. Левитин – транспортник. Он на эту проблему смотрит с точки зрения, так сказать, загруженности железных дорог, аэропортов и так далее. Ну, давайте честно скажем, а сколько у нас процентов страны, которые, наверное, 50% районы, приравненные к крайнему северу, ездят отдыхать на юг. Я имею в виду там Кавказ, к нам во Владивосток, в Сочи, там, в Крым и так далее. Я думаю, что процентов 10, может быть, 15. По стране, наверное, да. И говорить, что у нас 1 сентября бархатный сезон, можно только в отношении ряда территорий, в том числе город Владивосток. Но уже о центральной части Приморского края говорить, что 1 сентября там бархатный сезон, мы не можем. Я имею в виду Чугуевский район, Пожарский район, Красноармейский район. Это раз. У нас ведь нигде не написано в законах 1 сентября. У нас так сложилось. Хотя закон об образовании говорит по компетенциям там, субъекта федерации, да, муниципалитета, школы, о том, что учебный план есть компетенция школы. И школа может менять учебный график. У нас есть примеры внутри страны, когда территории переходят на не по четвертной режим, а, допустим, триместрами. Опять же, нужно отметить, что, наверное, у нас одна из самых отдыхающих стран. У нас с вами каникулярный период 4 месяца, то есть 3 летних месяца и суммарно месяц в течение года. Мы говорим с вами, давайте подумаем, где и как будем переносить начало учебного года, при этом мы с вами не обсуждаем, а когда мы закончим учебный год. Вот тот учебный план, который есть, это главное, он должен быть выполнен. Те классы, которые у нас проходят итоговую аттестацию, по итогам которой они получают документы единого образца, тут уж, ну, тоже так сложилось, что если у нас на единый госэкзамен садятся одного числа, то все это по стране. И к этому времени необходимо, чтобы в выпускных классах все закончилось. А так, в принципе-то, сегодня ничего не мешает отдельным образовательным организациям, так сказать, сдвигать учебный график. Или хотя бы в рамках муниципалитета. Почему муниципалитета? Но согласитесь, вот если взять, допустим, город Владивосток. Город Владивосток переходит, допустим, с 15 сентября. Одни школы с 1, другие с 15. В этом есть что-то хорошее? То есть каникулярный режим у всех
будет разный, абсолютно разный. У нас проводятся какие-то соревнования, какие-то мероприятия по внешкольной части, какие-то там спартакиады. И все это вот пик их проходит тогда, когда идет каникулярный режим. И если одни будут делать так, другие так, я думаю, что это будет масса неудобств. Если, допустим, весь Владивосток переходит с 15 сентября, ну это еще, так сказать, куда ни шло, и бархатный сезон. Но в этом случае дети, которые, те, кто приедут в Владивосток, смогут отдохнуть, но у них-то учебный год когда начнется? На северах. Вы знаете, поэтому вот я считаю, что законодательство в этой части у нас отрегулировано. Сегодня образовательные организации могут изменять каникулярный режим. Хотя абсолютно согласен в душе как педагог, что 1 сентября дело святое, поэтому, скажем так, вот склоняюсь к 1 сентября. Ну и если делать такие вещи, то только действительно в южных районах и только так, чтобы это был полностью, в полном объеме муниципалитет. Мы об этом поговорим буквально через минуту после рекламы. И еще поговорим о том, как учебный процесс организован в других странах. А между тем мы продолжаем. Итак, если посмотреть, сколько длятся каникулы, к примеру, в разных странах. А в Европе каникулы, двухмесячные летние каникулы, это июль и август. А в Финляндии занятия начинаются в середине августа. В Китае, к примеру, летние каникулы полтора месяца, еще полтора месяца зимних каникул. Где еще, кроме России, начинается 1 сентября также учебный год? В Прибалтике, в Чехии, во Вьетнаме, в Китае, в Израиле. А в Великобритании ждут учеников в первую неделю сентября. А в Шотландии, к примеру, там тоже начинается в начале августа. В Греции с 15 сентября, в Азербайджане и в Болгарии с 15 сентября, в Польше и в Италии 1 октября. А рядом со мной Оля Ильченко, моя коллега, журналист, она думает, что каникулы тоже лучше чуть-чуть перенести, чуть-чуть сдвинуть. Оля, правильно? Ну, да, у меня получается очень сейчас такая интересная позиция. Я не так давно закончила школу, как вы, Александр, но воспоминания еще довольно живы. Я училась в гимназии номер один, и с пятого класса у нас изменился учебный план. Ну, приняли форму обучения гимназии, соответственно, поменяли там учебный план. Мы учились 15 сентября, всегда, с пятого класса по 11. И вот, честно, для меня 1 сентября никакой духовной скрепой, связью поколений и всем прочим не является и никогда не являлась. Эти две недели сентября для меня были на самом деле очень таким волшебным временем, но чисто, честно скажу, из эгоистических соображений, как у ребенка. Когда я просыпалась там в ходе рабочей недели утром, понимала, что я-то сплю, а мои вот сверстники в это время сидят в школе, изучают какие-то там вещи, да. Мы учились 5 дней, и, я так полагаю, очень многие знают про гимназию номер один, которые здесь присутствуют. Учебный план там был всегда очень напряженный, да, мы учились много, у нас было большое количество уроков. Но, тем не менее, как-то мы все успели, поступили в университет, и ничего, никто не остался под забором жизни и не остался необученным. А более того, у меня сейчас дочь, она идет в 3 класс в этом году. Тоски по школе я у ребенка не заметила. У меня дочь хорошо учится. Ну, честно, она хорошо учится. Она мне много читает, я мама-тиран в этом отношении. Я стараюсь, чтобы ребенок был... Да, да. Ужасно, кошмар. Согласна. Перенос, да, 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 да. Вот в чем причина. Поэтому, как мама, да, я за то, чтобы тоже перенесли начало учебного года, и чтобы ребенок имел возможность отдохнуть эти самые замечательные 15 дней для Владивостока. Но здесь я согласна с представителями образования о том, что это очень сложный вопрос, и его нельзя решать моментально и нахрапом, потому что действительно учебные планы – это большая такой многотомный труд, и действительно надо корректировать, либо принимать во всей стране, либо не принимать вообще. У нас, собственно говоря, на программе есть зауч из первой гимназии, Мария Адамовна Крит, и
Я думаю, что ей мы и зададим вопрос. А как 15 сентября начинался учебный год в первой гимназии? И что потеряли или наоборот, что приобрели? А я вот сразу хочу продолжить то, что вы сказали. Ребенок просыпается рано утром, довольный и счастливый, все ушли на работу, а я-то сплю. Ну, сплю до 10, до 11. А дальше что я делаю? Вообще суть того, о чем мы сегодня говорим, 15 дней. Вы считаете, коллеги, что мы очень много что-то выиграем? 15 дней, да? 15 дней, которые нужно все равно каким-то образом отработать. Я вот последние дни буквально была на работе, коллег своих спрашиваю. Коллеги, как вы смотрите? Хотя мы давно об этом говорим, и анкету мы даже заполняли. Опрос у нас тоже проводился, работа такая разъяснительная проводилась. Я спрашиваю, коллеги, как вы смотрите на то, чтобы перенести учебный год на 15 сентября? Многие говорят, да ну, что нормально, нормально. Я говорю, хорошо. А как вы представляете себе окончание учебного года? Ответ потрясающий. Но там же что-нибудь придумают. Вот, коллеги, кто придумает, и что это будет что-нибудь. Понимаете? Вот начинать, конечно, здорово. 15 дней, почему бы и нет, если действительно все это будет в следующем учебном году. А как мы будем заканчивать учебный год? Вот у нас в гимназии учительский коллектив более 80 человек. Ну и вы знаете, человек 50, наверное, задействовано в проведении единой государственной аттестации. Это и 11 классы, и 9 классы, которые в следующем году будут сдавать 4 экзамена в режиме ОГЭ. Это 3 11 класса, всегда около 100 выпускников, которые сдают ЕГЭ. Наши учителя работают все и организаторами в аудиториях, вне аудитории, эксперты, конфликтные комиссии и так далее. Около 50 человек. А если мы будем учебный год заканчивать позже, как мы организуем аттестацию? Каким образом мы совместим участие учителей в ЕГЭ и в том, что нужно проводить уроки в тех классах, которые будут учиться? Вообще, конечно, вопросов очень много. Ну, во-первых... Очень много. Очень тяжело. Мы же прекрасно с вами понимаем, коллеги, что учителя работают и в первую смену, и во вторую смену, и в среднем звене, и в старшем звене. Одни и те же люди. Это же не разные люди, которых можно здесь оставить. Вы учебный год заканчиваете, а вы, пожалуйста, коллеги, принимайте участие в ЕГЭ. Это одни и те же люди, которые должны будут и учебный год закончить со средним звеном, и организовать аттестацию в старшем звене. Тут вопросов очень много. Олимпиады предметные, которые проходят в городе, в крае, в России. Это тоже есть определенные сроки. Затем далее, наш любимый лагерь, океан, куда наши детей отправляют очень многих. Там опять все связано с каникулами, с определенными сроками. Насчет того, что кто-то придумает, есть первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Наталья Третьяк. Она, собственно говоря, говорит уже придумала, да? На эту тему активно, и она говорит, что вполне возможно, что сдача и ГИА, и ЕГЭ вполне могут быть плавающими. Она уже сейчас говорит, что вводят постепенно скользящий график аттестации. Так что почему бы и нет? Ничего страшного, я думаю, что не произойдет в этой связи. А если замминистра образования уже придумала, ну, наверное, и нам придет что-то придумывать. Вернемся через минуту после рекламы. Геннадий Анатольевич Лазарев, ректор Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, представляет уже высшую школу. Я так понимаю, что с высоты высшей школы может дать свою экспертную оценку этому всему. У вас в университете когда начинается учебный год? У нас начинается 15 сентября. Вы знаете? И в школах наших, и в университете. А почему? Для вас это не духовная скрепа? Ну, вот, может быть, немножко прагматично, но можно построить такое уравнение. В левой части этого уравнения вот это духовная скрепа, а в правой части уравнения мы живем на юге Приморского края, где июнь очень дождливый и некомфортный, а сентябрь как раз комфортный. Знаете, и вот мы исходим из того, что детям, студентам в некомфортный период лучше все-таки учиться, а в комфортный период отдыхать. Ну и, кроме всего прочего, по опыту, вот в школах мы видим, де-факто люди голосуют, что называется, ногами, и разного рода до вот этого периода, когда мы перешли на такую схему, порядка 20-25% детей отпрашивали, вот, и де-факто начинали занятия
в середине сентября. С высшей школой понятно, вы сами пишете себе программы, согласовываете их в министерстве, а с простой школой тоже успеваете? Проблем нет, позже начинаем, позже заканчиваем. А 9 и 11 классы, они начинают в сентябре, и для того, чтобы сдавать ГИА и ЕГЭ, они заканчивают вместе со всеми. А почему тогда у вас получается, а представители нашего замечательного образования говорят, что вот будет проблема? Ну, надо попробовать. То есть все-таки нужно ввязаться, и там получится что-то. Но мне кажется, знаете, единого мнения быть не может. Если бы мы не приняли такое управленческое решение, вот мы бы как на портале Мама.ру, ну, в общем, да, понятно, о чем речь, мы бы так и дискутировали, в какую сторону нам пойти. Мы приняли решение, пока вроде нормально, дальше посмотрим. К вопросу о лицее номер 41. Лена Деревнина, на самом деле моя одноклассница, нет, не по блату попала, а потому что она директор детского образовательного центра и к педагогике имеет некоторое образование, к психологии и педагогике. Лен, у вас, конечно, в основном дети не школьного возраста, более мелкие. Но они уже понимают, что им 1 сентября придется идти в школу. Для них это уже есть понятие 1 сентября, красный день календаря. Ну, я думаю, что для деток дошкольного возраста та духовная скрепа, о которой мы сейчас долго все говорим, она отсутствует. Но есть тенденция другая. Мы работаем и со школьниками тоже. И вот в плане того, чтобы удлинить учебный год, родители школьников, у нас есть студии творческие английского языка для детей до 15 лет, все просят занятия на июнь, потому что детям нечем заняться. И они просят, давайте мы удлиним, давайте мы останемся, дети остаются в городе, им, ну, их нужно организовать и чем-то занять, это к вопросу об организации. То же самое касается и дошкольников. Вот. А как, допустим, мама, вот я сейчас сижу, и у меня, ну, раздвоение личности происходит. С одной стороны, я мама семиклассницы гимназии ДВФУ, и мы в этом году, мы были настроены на 1 сентября, как родители, да, но радостная весть пришла, что мы с 7 сентября будем заниматься, и все этому очень рады. Но в учебный год мы всегда укладываемся, большая у них серьезная нагрузка, и, ну, все дети успевают. А, наверное, вот в плане духовной скрепы 1 сентября она важна, наверное, больше для всех нас присутствующих. Дети устроены так, их, ну, психика и психология устроена так, что для них важен непосредственно день, в который они приходят, они встречают друг друга, встречают учителя, поздравляют друг друга с учебным годом. А когда он начнется, я думаю, ну, не столь важно. Ленка, здесь больше вот проблема. Я тебе скажу еще одну забавную вещь. Mm-hmm. 1 сентября, когда мы с тобой пошли в первый класс, а 1 сентября не было Днем знаний. Ты, да, знала, наверное, об этом? Нет. А только в 84-м году впервые начал отмечаться День знаний. По-моему, духовная скрепа появилась не так давно, когда она успела стать духовной скрепой. Но она больше важна. 1 сентября было просто началом учебного года. В 84-м году, да. Ну, не так давно, прямо скажем, не День Победы. Не знаю. Есть о чем поговорить. А у нас в гостях здесь на записи программы есть педагоги. Здесь у нас Ирина Владимировна Аксенова, директор школы номер 50. Я попрошу, передайте, пожалуйста, микрофон. И, Ирина Владимировна, у меня один маленький вопрос. У вас в педагогическом коллективе это обсуждается? Не инициированное сверху, а изнутри? Ну, на сегодняшний день обсуждается по той причине, что пошла информация из СМИ. О вашем участии в программе? Нет. О переносе на 15 сентября. Звонки родителей постоянно переносятся или нет. И причем вопросы по-разному звучат. Очень обеспокоены родители первоклассников. Вся проблема в том, что на сегодняшний день многие дети посещают еще детские сады и будут посещать их вплоть до 30 августа. Далее приходят уже следующие детки в детский сад, а наши дети должны пойти в школу. И встает вопрос, если их не примут в детский сад и 1 сентября не начнется учебный год, то 2 недели где будут находиться первоклассники?
Кроме этого, есть какие-то у вас предпосылки, есть какие-то мысли, почему этого делать нельзя? Переносить начало нового учебного года, к примеру, с 1 на 15? Ну, все те же проблемы, что и в гимназии 1, это ЕГЭ, ОГЭ, как организовать участие педагогов в этих экзаменах, потому Хорошо, что... если еще на две недели перенести Да, если продлить учебный год. Продлить учебный год, Если продлить учебный год, то организация ЕГЭ и ОГЭ будет сложна, потому что учителя должны будут одновременно вести уроки и в то же время сопровождать детей на экзамены. А если сдвинуть далее. Еще и ЕГЭ чуть дальше? Ну, куда еще дальше? ЕГЭ заканчивается 26 июня. Куда еще можно сдвинуть? Ну, а Где почему бы на две недели их не... Начинаются приемы документов, наверное. Что касается ЕГЭ, думаю, его можно сдавать и 5 раз в году. Было бы желание. И сейчас нельзя. Это моя позиция. Почему у нас ЕГЭ вот только вот так и все? Дело не в экзаменах вообще. По большому счету, вот то, что сказал Геннадий Никитич, дело в комфортности. Вот комфортное время для обучения и некомфортное время. Я считаю, что каникулы вообще в Российской Федерации нужно немножечко сжать, в том числе летние, перейти на 3-семестровую режим работы. Вот, ну, это вот такие категоричные мнения, просто внутри, что называется. Первая четверть у нас никакая, когда мы пришли 1,5 месяца, и тут уже каникулы. Самая тяжелая у нас третья четверть. Вот. Та же Москва пришла на 3-семестровый режим, да, и значит, учатся, допустим, там до Нового года, делают нормальные каникулы, потом еще. Летние каникулы можно по-хорошему сжать, они 3 месяца тоже совершенно не нужны. Ну и с ЕГЭ можно что-то сделать, с дошкольным образованием тоже можно параллельно сделать. Учителя у нас – это добросовестные люди, которые выполняют все то, что говорит министерство, и то, что предписано. Но если эти вещи решать, то вот как бы глобально нужно решать с точки зрения комфортности. И всю страну под одну, как говорится, к ребенку мы не сможем. Потому что, еще раз повторю, время у нас уже в Чугуевке будет некомфортное. На Камчатке, на Сахалине, в Красноярском крае то же самое. Ну, у нас есть Чукотка, где вообще никогда комфортного времени не было. Александр Анатольевич Табаченко, у него нынче интересная ипостась, он председатель Совета отцов Приморского края. То есть все обычно говорят, мамы занимаются образованием детей. А вот, оказывается, у нас есть еще такая замечательная организация. Честно говорю, я просто в восторге от того, что такая организация появилась. Конечно, мы своим детям желаем только хорошего. Вот, может, не надо учить детей отдыхать? Давайте-ка мы их будем учить трудиться, отношению к труду. Вот, может, это главное? И мы достаточно легко здесь говорим о неких принципах, да? Культурные принципы. На самом деле, 1 сентября, может, у детей пока не ассоциируется с чем-то, да? Но у нас мы же тоже были детьми когда-то. 1 сентября. А ведь это еще и урок мужества, так ведь? И мы с вами формируем граждан России, да? И мы должны их, ну, все, что лучше у нас, отдать им. Вот задача наша. А если говорить об учебной программе, то на самом деле это достаточно серьезный, сбалансированный процесс, где даже осенние и летние каникулы, условно, конечно, но они были привязаны там к весенним и осенним паводкам. Зимние каникулы – это пиковые минусовые температуры. Я говорю условно, но тем не менее. Ломать процесс с надрывом 15 дней – это немало на самом деле. 15 дней отдохнуть, а потом нагонять. Бесспорно, сегодня категория наших детей, категория школ, вот то, что говорили, она разная. Для одних детей это достаточно естественно, потому что они могут вписаться в это. Для других это очень сложно. Так же, как и для родителей. Бесспорно. Кто-то может обеспечить этот отдых, а для кого-то катастрофа, потому что ребенка оставить не с кем. И невозможно еще организовать ему тот самый отдых, о котором он мечтал бы, родитель. На самом деле, вот у нас 80%, это статистика подтвержденная, которая отдыхает либо в пределах территории, это город, там село, на дачах. То есть они никуда не ездят.
И на самом деле сегодня дети, в селах особенно, они ждут 1 сентября. Мы продолжим разговор через минуту после рекламы. Константин Межонов утверждает, что мы чересчур много отдыхаем. Наверное, соглашусь. В соседнем Китае сейчас ребята даже на каникулах никогда не отдыхают. Количество тех заданий, которые они получают на дом, даже на каникулах, сводят на нет этот самый отдых. Лен, насколько тяжело детям учиться? Насколько это для них стресс? Я не думаю, что для детей это большой стресс. Наверное, это больше вопрос к педагогам, которые организовывают процесс образовательный. Если он интересен, то дети идут. Вот касаемо, допустим, школьников, если наблюдая процесс обучения ребенка у меня в гимназии, они бежали с первого класса с радостью, обнимали учительницу и всегда бегут и ждут эту школу. Но у меня также ребенок любит учиться, любит заниматься, но в середине лета она говорила, я хочу в школу, я соскучилась. Но когда сейчас говорю, ты же, вот готовясь к передаче, спросила, как вот тебе 1 сентября или 15? Он говорит, конечно, 15, не вопрос. Виктория Ворожбит, руководитель консалтингового центра. Вик, а вы помогаете людям советами в разных областях. Вот что бы вы дали, какой бы совет вы дали мне, как автору, ведущему этой программы? Мне все равно нужно что-то резюмировать под конец. Ну, мне кажется, что здесь нужно говорить, ну, вам нужно, во-первых, подвести, да, какой-то итог беседы. И вот я внимательно слушала, что говорили уважаемые коллеги, и в пользу того, чтобы оставить начало учебного года 1 сентября, я услышала фразы «духовные скрепы», «сложно переносить», там, «ГИА», да, и так далее. Но здесь, мне кажется, нужно руководствоваться тем, ну, прежде всего, интересами детей. И вот я бы, наверное, согласилась с уважаемым Геннадием Иннокентьевичем, и мой ребенок является учеником лицея в ГУЭС, и мы учимся с 15 сентября, и нам это очень удобно, и, в общем-то, мы благодарны руководству лицея за то, что у нас есть вот эти бархатные две недели. Вот. И, наверное, Саш, давайте подведем итог с точки зрения детей, с точки зрения их интересов. Все-таки жаль, что я не пригласил еще нескольких детей на эту программу. И почему-то мы, когда переносим начало учебного года во всех школах на 15 сентября в угоду проведения саммита ОТЭС, мы как-то не задумываемся о духовных скрепах и о том, что это святой праздник. А когда мы говорим об интересах детей, у нас почему-то все всплывают всегда эти понятия. Оля Романова, это ваш камень огород. На самом деле духовная скрепа – это, конечно, штамп, безусловно. Не хочется возвращаться к этой точке, но тем не менее я повторюсь, просто чтобы оставить это для себя. Это то, что соединяет, а не то, что разрушает. Возвращаясь к 15 сентября и саммиту ОТЭС, да, легко перенести. Если мы говорим о том, чтобы рушить всю систему, у меня вопрос один, встречный вам. Зачем? У меня ответа нет, однозначно. Для комфорта детей, для того, чтобы им было комфортнее отдыхать в теплый период. Вспомните, у нас дети в июне ходят в куртках еще все. У нас, мы говорим, и никто не хочет ехать в пионерлагерь. У разных детях. У нас, например, смену. Виктория, простите, пожалуйста, я вам отвечу словами одной из наших мам, которая говорила, как раз вступая в ту дискуссию, с которой мы начинали. Она говорила, вы городские, вам проще. А мы живем на севере. Для меня 1 сентября – это очень многое решение очень многих проблем. Очень большое решение, очень точное. Многих проблем, потому что разный климат. Вся страна с готовностью вваливается в обсуждение слова «как мы будем отдыхать?». Вот мы обсуждаем на уровне всей страны, как мы будем отдыхать. Давайте пообсуждаем, а как мы будем работать? Но, как сказал уважаемый Константин Анатольевич, здесь можно применить гибкий подход, и законодательство нам позволяет начинать учебный год как 1 сентября, так и 15 сентября. И вот этот подход, все-таки вот это предложение по муниципалитетам, да, оно все-таки мне представляется очень разумным. Любое учебное заведение может сейчас само утверждать свой график учебы. То есть жестко фиксировано сейчас только количество учебных недель. Передайте, пожалуйста, Надежде Алексеевне микрофон. Геннадий Иннокентьевич. Можно перенести, да, учебный год? До месяца можно. Приказ номер 1015 от 30 августа 2013 года. Но то в том случае, если школа работает, по какой форме? Очно-заочной и заочной. Поэтому, что касается начала учебного года. Вот в этом приказе
2015 четко написано. Учебный год начинается 1 сентября. Другое дело, график работы каждого учреждения, каждой образовательной организации, каждой школы, да, это полномочия этой организации. И если она разумно подойдет вместе с родительским сообществом, вместе с учениками, которого тоже спросят, и составит этот график так, чтобы и учебный план был выполнен, и вот эти вот все, то, что мы сейчас обсуждаем с вами, вещи тоже были учтены, никто против не будет. Но это определяет сама образовательная организация. Так устроено законодательство. Итак, у нас в сухом остатке непонятно, стоит ли сокращать учебный год, то бишь, если начинать 15 сентября, когда заканчивать. Все дети, естественно, будут за то, чтобы по-прежнему заканчивать 22-24 мая. Но это значит интенсифицировать учебную программу. Опять же, это значит, что по-прежнему остаются даты единого госэкзамена неизменные. Вот вроде бы как такая ситуация всех устраивает. Всех, наверное, кроме тех, кто считает, что в этом случае любой сбой, любой форс-мажор, и программа вся учебная летит в тартарары. Вот любой сбой, заболел учитель, на 2-3 занятия выпал, и уже не нагонишь на самом-то деле. 15 дней уже нагнать очень сложно без потери качества, как мне кажется. У меня в этой связи вопрос к... У нас здесь есть учитель, простой учитель, Ирина Борисовна Клюбина. Скажите, пожалуйста, Ирина Борисовна, вот вы в педагогике-то уже не первый год. И когда вот была ситуация с саммитом АТС, когда сдвигался начало учебного года, сложно было нагнать программу? Очень сложно. Мы сейчас говорим обо всем, о переносе, о программах. А вот ценность и качество образования почему-то остались за пределами нашего сегодняшнего разговора. Конечно, мы говорили, но это все вскользь. Я вспоминаю годы, 2012 год, да, и вот эти две недели было очень трудно нагнать программу, особенно для учеников выпускных классов. Вы знаете, что с прошлого года введен обязательный экзамен сочинения для учащихся 11 классов, когда они пишут в декабре месяце. Ну и теперь давайте посмотрим из 3 часа в неделю литературы в 11 классе, да, а в декабре месяце им предстоит написать сочинение, которое является допуском к обязательному экзамену ЕГЭ по математике и по русскому языку. Возникает вопрос, много-то ли мало 6 учебных часов при той огромной программе, которая заявлена в 11 классе. Понимаете, мы забываем и о качестве обучения, мы забываем о природосообразности. Да, учитель, конечно, нагонит. А вот за счет чего? За качество, за счет лишения качества, да, за счет того, что ребенок будет усиленно работать, тот, кто мотивирован на получение хорошего образования. Я согласна с многими выступающими, которые говорят, что вот ребенок должен комфортно отдыхать. И здесь звучали очень такие точные, на мой взгляд, мнения, что ребенок должен учиться работать. Учеба – это труд. Мы слишком много даем им воли, и они не знают, куда себя применить. И если пронаблюдать за статистикой, чем занимаются дети в основном в каникулярное время, то это компьютерные игры, если родители не способны обеспечить им отдых. Поэтому я против переноса. Надо думать и о детях, надо учить их трудиться, а учеба – это труд. А мы готовим их к отдыху. Вот еще мнение как родителя, как папы. У меня сын, он в этом году закончил, поступил, но и занимался спортом, и занимается. И в процессе либо сборы, либо соревнования с выездом. Так вот, любой отрыв, там неделя, для него это и физически, и психологически очень сложно. Это репетиторы дополнительные для того, чтобы нагнать программу. Это нарушение биологических ритмов. Конечно, работы. Это для не сформировавшегося еще психологически личности, как мы ее готовим, да, это очень сложно. Но это только в том случае, если сокращать учебный год на это время, на эти две недели. Если же, наоборот, сдвинуть начало и сдвинуть конец учебного года, в этом случае вы согласны. Тогда ломается вся система.
И если эта система не очень хороша, почему бы ее не подкорректировать? Для этого нужно все-таки привлекать специалистов. Наше мнение, мнение родителей, мнение общественных организаций, что пока мы к этому не готовы. Коллеги, мне кажется, вот мы говорим о традициях, и это, наверное, хорошо и правильно. Но вот я абсолютно согласен с Константином Анатольевичем. Мы сегодня имеем явно перекошенный учебный год. Правильно он говорит? Первая четверть никакая, четвертая четверть никакая. Каникулы 4 месяца в целом по году. И что в этом хорошего? И вот моя точка зрения, на самом деле, вот это объективные недостатки нашей сегодня школьной системы. И переход на триместры, он просто очень четко укладывается вот в ту схему, если мы начнем учебный год с 15 сентября. До Нового года нормальная учеба. Первый триместр хорошо отдохнули, и вторая половина года еще два триместра с одними хорошими каникулами. И все три этих компонента учебного года, они одинаковые по продолжительности, можно четко работать, ребята не будут перегружаться, и вот объективно на это надо переходить. И, наверное, надо посмотреть правильно, не 4 месяца в году детям отдыхать, а 3 месяца в году. Другое дело, чем занять детей в это время. Но это явные, вот в моем понимании сегодня, недостатки нашей системы технологии обучения в школе. Мы к ним привыкли, мы не хотим их перестраивать, но их надо перестраивать. Вот я тоже поддержу в этой ситуации Геннадия Иннокентьевича, потому что, на мой взгляд, мы пришли именно к логике и к резюме. В конце концов, может быть, после того, как триместры, может быть, после того, как каникулы чуть-чуть ужмутся или каким-то образом нагрузка распределится равномерно на ребенка и на образовательное сообщество, на педагогическое, вот после того, как пилотные варианты по этой теме пройдут в нескольких регионах и опыт будет изучен, тогда уже можно будет говорить о том, что с учетом особенностей всех других регионов и образовательных учреждений, может быть, с учетом перераспределения нагрузки, менять дату начала учебного года. И в этом случае опыт и образовательных учреждений, и регионов, он будет учтен. Но когда мы говорим о том, что понеслись, вот это совсем другое. То есть мы путаем целесообразность с логикой. Целесообразность с логикой у нас путается постоянно. На самом-то деле у нас есть такое давайте понятие революционной целесообразности. Это делать, не за счет все-таки понятно. Работающей системы. Сейчас, насколько я понимаю, понятно только одно. С кондачка проблему не решить, но проблема интересна, требует обсуждения, что мы сейчас на самом-то деле и начали. Я очень надеюсь, что такие круглые столы сейчас проходит по всей стране. Почему я хочу, чтобы такие столы действительно проходили везде? Потому что, правда, меня смущают две вещи в нашем образовании. Первое – это жуткий консерватизм. Для того, чтобы чего-то добиться, вот мы сейчас слушаем, нет, ни в коем случае нельзя, потому что я всегда надеялся услышать, как можно, а не почему нельзя. Ну, и мы должны четко себе отдавать отчет, что объектом, назовем эксперимента, являются наши дети. Являются наши дети и наше будущее. Я поспорить хочу с вами в очередной раз. Я за. Против всего. Я только за. Почему считается, что сфера образования, она самая консервативная? Посмотрите, сколько экспериментов уже над ней поставили за последние лет 10. Например, ЕГЭ. В том числе. Программы. Посмотрите по учебникам, какая катавасия. Сколько нужно, сколько существует вариантов учебников по одному предмету. То есть вот это тоже стереотип, который надо разрушать, потому что столько экспериментов, сколько поставлено от сферы образования за последние 10 лет, не ставили ни от какой другой сферы. Ну, кроме экономики, конечно, и падения рубля. А здесь тоже и центр. Да ничего страшного. Я про многоточие уже говорила. Давайте поставим многоточие. Почему бы и нет? Кстати. Качество образования мы потеряли. По исследованиям ТИМС, ПИСА, это международные исследования уровня грамотности, обученности, мы находимся уже на 45-м месте из 60. Раньше мы находились в первой десятке.
очень грустно, но, например, в этом году международные команды олимпиадников, школьных олимпиадников, я имею в виду, не заняли вообще призовых мест. Мы не вошли в тройку даже, в то время как раньше мы были первыми, вторыми. Это тоже серьезный показатель. Понимаете? Благодаря консерватизму, вы знаете, школа во многом живет. И благодаря учителям-консерваторам, может быть, которые в том числе консервативно мыслят, и система еще не до конца развалена. Но, тем не менее, так сказать, вот сегодня по количеству экспериментов над школой, причем не всяким, не самым лучшим, ну, наверное, это было бы... Но это уже, говорю, это уже другая тема для разговора. Вот, боюсь, что мы перейдем в другую плоскость. Я думаю, что одна из программ, одна из следующих программ, безусловно, будет посвящена этой теме, и Константин Анатольевич, я вас заранее на нее приглашаю. Это была программа «12». До встречи через 2 недели.